есть, как правильно у них выразиться, пожарные, спасатели. И скоро в августе будет год, как к нам присоединилась еще и служба СМУР. В переводе СМУР на молдавском будет «Сервичу мобил ди урдженце реанимаращи дискарчерай». Это мобильная группа реанимации, деблокации и блокирования при ДТП и транспортировки, оказания первой медицинской помощи. Этот фильм снят именно про службу СМУР. Потом, если у вас будут вопросы, конечно, задавайте фильм на государственном языке. Если возникает вопрос, пожалуйста, сразу. Вы понимаете государственный язык? Este vorba despre un caz mai grav în care a fost necesară și implicarea unui medic, nu doar a echipei de paramedici. Atunci, după ce a fost acordat primul ajutor medical, paramedicii au acum o pauză până la urmă intervenție. Pauzele, însă, după câte se pare, sunt un lux pe și transportăm, imobilizăm, monitorizăm și transportăm la spital unde așteaptă o echipă de medici. În cadrul unui singur centru de apel sunt plasate dispeceratele de la poliție, pompieri și urgență. И в будущем я надеюсь на то, что многие из них все же выберут специальность и не будут стремиться там в юристы, там, в экономисты, а именно специальность, которая действительно на сегодняшний день нужна. Это, я считаю, что эта служба как раз та служба, которая помогает людям. И да, в будущем вот они именно выберут правильное направление. Кто-то пойдет в медсестры, вот как вы начинали, кто-то, может быть, действительно постарается попасть вот в пожарную службу, потому что это та, как я уже сказала, та служба, которая нам на сегодняшний день необходима. Этот круг общения, который произошел, вот, именно помогло им больше, потому что первоначально вот они сидели, слушали,
И как-то вот вы видели сами, что не очень были заинтересованы. Вот этот вот узкий круг общения, который потом пошел, вот это им больше понравилось, больше их заинтересовало. Макарич имя ли уж это?